вот сейчас снимаю, смотри, Леш. Сейчас дать тебе. Сейчас регистрируемся пока еще. Thank you.
презентацию стипендиатов губернатора Тверской области и вручение премии работникам отрасли культура в номинации «Лучшим преподавателям в сфере культуры». Владимир, у нас сегодня очень приятная миссия. Мы будем приглашать на эту сцену, где выступают настоящие таланты, настоящие звезды, совсем юных, но уже сделавших первые шаги к профессионализму, наших молодых дарований Тверского края. Да, Ольга. Не случайно мы начали нашу презентацию с выступления стипендиата губернатора Тверской области Светланы Якименко, которая выступила с профессиональным коллективом Тверской академической филармонии, лауреатом международных конкурсов, театром танца «Let's Dance», балетмейстер Жан Шенгелия. Спиной хотелось
обратиться к залу, сказать несколько слов перед основной церемонией. Вообще, спасибо за такую возможность провести сегодняшний вечер в такой обстановке. Комплимент таланта и, самое главное, молодости. Меня всегда восхищали молодые люди, имеющие силы покорять своим талантом взрослых ценителей искусства. Как губернатор, я понимаю, насколько важно помочь именно вам на пути становления искусства. Именно для этого ежегодно и реализуется проект «Молодые дарования Тверского края». Сегодня мы услышим имена 55 стипендиатов и 10 лауреатов губернаторской премии, выбранных жюри в этом году. Меня очень радует, что конкурс был достаточно серьезным. Право подняться на эту сцену оспаривали более 200 человек, если быть точным, 217 человек, из 32 учебных заведений культуры и искусства Верхневолжья. Мы гордимся, все гордимся вами. Вы уж простите, что я так буду оборачиваться. Гордимся вами, что вы с успехом представляете Тверскую область на фестивалях и конкурсах областного, всероссийского, международного уровня. Я очень хочу пожелать каждому из вас большого пути в искусство. Василий Андреев, Сергей Лемешев, Борис Александров, Андрей Дементьев и еще десятки имен наших земляков, известных каждому культурному человеку. Пусть этот список пополнится и вашими именами. Мы вручаем губернаторские премии и стипендии накануне Международного дня учителя. Всегда помните, что в каждом вашем успехе огромная заслуга ваших педагогов, которые годами растят и оберегают ваши руки таланта. Ваш успех – это лучшая награда, прежде всего, для учителя. И сегодня я хочу поблагодарить всех преподавателей за труд, самое главное, за вдохновение. Самые важные эти качества для любого человека искусства, которое вы воспитываете в своих учениках. Дорогие ребята, я поздравляю всех и каждого в отдельности с большой победой. И искренне хотелось бы поблагодарить вас за упорство, работоспособность, желание развивать свой талант. Я уверен, что вы сумеете писать свое имя в историю Тверской области, Тверского края, в историю с хорошей сложной страничкой, страницей культурной жизни Тверского края. Большая честь сегодня проводить эту церемонию. Спасибо. Вручаются. Захарову Антону Дмитриевичу, студенту третьего курса Тверского музыкального колледжа имени Мусоргского, фортепиано. Исанову Артуру Васильевичу, студенту второго курса Тверского музыкального колледжа имени Мусоргского, виолончель. Училище имени Венецианова. Изобразительное искусство.
5 класса детской школы искусств номер 2 города Ржева. Изобразительное искусство. Сергеевичу Максиму Владимировичу, учащимся
Сергей, учащийся 6 класса детской школы искусств номер 1 имени Мусорского, город Тверь, фортепиано.
Павловне, преподавателю детской школы искусств имени Пузевицкого, Вышний Волочок.
Нам вот там все вопросы дают. На остановку, да? Ты подумай. Может, поехали?